Видео про гемангиому печени. Сначала идет нативная фаза без контраста, затем артериальная фаза с контрастом. Выполнены исследования. Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастным усилением в артериальную, венозную и отсроченную фазу с реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Контуры печени ровные, четкие, крайне закруглен. В размерах печень не увеличена. Крайне околоудальный размер правой доли 13 см, левой доли 5 см. Плотность паренхимы равномерна. В среднем плюс 55, плюс 60 Хаунсфилда без контраста. В 4А-сегменте на границе с левой долей выявлено образование около 1,7 см в поперечнике с нодулярным до 0,9 см накоплением контраста по периферии в артериальной и венозной фазе с выманием контраста в отсроченной фазе. Других локальных участков снижения либо повышения плотности не наблюдается. Объемных образований не выявлено. Сосуды системы воротной вены не расширены. Желчный пузырь грушевидной формы заполнен однородным содержимым плотностью плюс 20, плюс 25 Хаунсфилда, без конкрементов высокой либо низкой плотности, стенка не утолщена. Общий желчный проток не расширен. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Поджелудочная железа обычного строения с фестончатыми краями в размерах не увеличена. Главный панкреатический проток визуализируется в области головки, не расширен. Отека парапанкреатической жировой клетчатки не наблюдается. Селезенка не увеличена без патологических включений в структуре. Надпочечники не утолщены, не деформированы с обеих сторон. Почки. Выявлены плотные конкременты, кальцинаты, справа в верхней группе чашечек до 0,4 см в поперечнике, плотностью до 800 единиц Хаунсфилда. Слева в нижней группе чашечек плотный конкремент до 0,2 см, кальцинат. В остальном объемных образований кист не определяется. Чашечно-лоханочная система не расширена. Мочеточники визуализируются с обеих сторон, не расширены, не деформированы, конкрементов в просвете обоих мочеточников не выявлено. Мочевой пузырь обычной формы. Стенка не деформирована, не утолщена. Увеличена предстательная железа. Край выбухает в области дна мочевого пузыря до 0,8 см. В структуре множественные кальцинаты. Край бугристый. Увеличенных патологически измененных лимфатических узлов, а также свободной жидкости в брюшной полости не выявлено. Деструктивных травматических изменений костей не определяется. Выражены дегенеративные изменения позвоночника. Об изыслении стенки брюшной аорты. Заключение. Объемное образование в 4А-сегменте печени по параметрам контрастного усиления гемангиома. Плотные конкременты, кальцинаты в верхней группе чашечек правой почки и в нижней группе чашечек левой почки. Увеличение предстательной железы с кальцинатами в структуре. Рекомендуется консультация уролога. Выражены дегенеративные изменения пояснично-крестцового отдела позвоночника.